Привет, друзья! Привет всем гостям и подписчикам моего канала. Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. Заканчивается второй день события «Опытные путешественники» на локации Гавайи и Байкал. Друзья, в общем, по максимуму, конечно, я здесь вместо 324 событий. Лохнесс и Барьерный риф, первые два события, у меня по максимуму все закрыто. Плюс 12-звездочные, в общем, все. Вызов, как видно, тоже я весь все закрыл. Слава Богу, удалось мне 5 раз первое место занять. Так, по Гавайям, друзья. Ну, в принципе, тоже все. 11-ю, редкую 12-ю, мифическую, только 12-ю осталось выловить. И по Байкалу здесь только поединки в основном. Серию поединков. Байкальский осетр 14500 осталось и 15. Так, 12-звездочную мифическую я выловил на Байкал. Ну, в принципе, я думаю, сейчас это все я попробую сделать. С чего начать? Начать с того, что мне надо. Байкальский осетр 14500. Поехали. Попробую сейчас по-быстренькому все это дело закрыть. Байкальский осетр. А, пятнистый байкальский осетр и белая рыбица. Так, ну, на мультикрючок попробую все это дело сейчас взять. Глядим, что получится. Сразу 11 берет. Буду, друзья, на мультикрючок брать, потому что усилителей жалко. Правда, жалко, очень жалко. Их реально нет. Надо беречь к пятнице. И усилители, и золотишко. Золотишко тоже нет. Поэтому постараюсь по максимуму сэкономить. Хотелось бы, конечно, если честно, друзья, в топ-50 попасть, выхватить большой пакет приманок вместе с легендарной. Ну, в общем, как пройдет. Сейчас поглядим, что получится. И получится ли вообще что-нибудь. Кубков, как видно, я немножко подслил. 2095. Ну, можно было бы, конечно, еще, но у меня уже не хватает терпения, не хватает времени, правда, сливать. Поэтому буду рыбачить на то, что есть. Я смотрю, он тоже рыбачит на мультикрючок. Буду для соревнований 2,9. Слабенький, конечно. Ну, если нет жемчуга, то и такое бывает. Так, 14600 белая рыбица. Вот это видно, хорошие экземплярчики клюют. Постараюсь сейчас так. Ну, для меня самая важная цель — это серия из 5 поединков, друзья. Что для моего уровня 192, это огромная проблема. Как видно, у меня дальше легендарная приманка 2 уровня. На 40 тысяч качнуть у меня просто нет золота. Прокачивать приманки, поэтому буду ловить на второй, буду ловить как есть. Так, значит, мне нужно байкальский осетр, не пятнистый байкальский осетр, а просто байкальский осетр. Пятнистый — это легендарный. Не 12-звездочный, уже его ловлю. Кстати, приманка 5 уровня, слабенькая. А надо 14500 ее вытянуть, как-то выудить, попробовать. Ну, сейчас попробую закрыть поединки, друзья. Вот сразу 11 берет. Хотелось бы дальше так рыбачить.
Жерех, кстати, слабенький. У меня 7 уровня приманка попалась. Вообще ни о чем. А он подтянул, ну, скорее всего, 11. 4500. Ну, я буду надеяться, что миф он не перебьет моего. И второй поединок я на мультикрючке выиграю. 4400, ну вот уже куда получше. А, да, 4400 это вообще 9 звезд. 4500. Я думаю, это ближе к 11, это ближе к 10. Тут даже может на 7 приманку, что-то я сейчас как-нибудь победить. Там, друзья, по поводу моего видео, которое я записывал перед событием на новую локацию, на Боденское озеро, что я вот не открыл пакет большой, на следующий день открыл. Да, друзья, пакет открылся, без проблем, согласен, но приманок на новую локацию не было. Почему не было? Скорее всего, я зря его вообще открыл. Нужно было, скорее всего, вообще не открывать. Байкальский осетр. Так, еще пока не набрался. Давай закроем. Скорее всего, просто было обсидиановую награду вообще не нажимать получить. Тогда, я думаю, получилось бы. Ну, попытка не пытка, в общем. Главное, что пакет не сгорел, я его получил все равно. Просто что приманок на новую локацию не было. Ну ничего. Как говорится, на своих ошибках учатся, поэтому я буду уже знать, что так делать не стоит. Ну, не суть. Сейчас, в общем, хочу попасть. Ну, я тут серьезно замахнулся, даже не в топ-100, в топ-50. Для этого мне, конечно, придется немножко постараться. Ну, сейчас поглядим, поглядим, получится ли у меня что-нибудь интересное. К сожалению, здесь у меня нужно 14500 выудить рыбешку. Это немало. Скажу я вам, друзья. На счастье, у меня 7 удочка на легендарную. 14300, 11500. Нет у меня, к сожалению, шансы на вылов закончились. Грузиков тоже мало. 11, 11. Ну, каким-то чудом мне получилось выудить 12-звездочную. Ладно, надо здесь уже закрывать. Не буду тратить усилители. Поединок нужно закрывать. Третий подряд, как-никак. 400, 6500. Да, хотелось бы, друзья, здесь вот на 14500 поймать. У меня их еще две нужно поймать как-то. Это, конечно, проблема, если честно, на самом деле. Вроде как бы и подпрокачанная, но на 6 прокачать мне просто нету золота, честно. Немножко жемчуга подсобирал. Грузики заканчиваются. Придется, скорее всего, докуплять грузики за жемчуг. Так, обсидиановая награда. Еще не получил. Место в событии 219. Так, откроем пакет. Собираем еще крючочки. Ну, я продолжу. Место в событии 219. Ну, конечно, смешно. Ни о чем.
А надо еще 14500 поймать два раза байкальский осетр. Пятнистый байкальский осетр. Так, белорыбица. Что у нас здесь? Белорыбицу я закрыл. Таймин нужно 15000. Ну, это, конечно, будет сложновато. Ну, нужно пробовать. Нужно пробовать закрывать. Так как все, что можно, я закрыл. Ну, вот это, кстати, серьезный соперник у меня попался. Таймин вот 15300 выловил. Конечно, хороший результат был. 13900, ну да. Тут на шестую приманочку, конечно, берет. Плюс седьмой миф именно на таймине у меня. 14400 и байкальский осетр. Вот он. Собственно, не хватает у меня шестую сделать. Очень жаль. 14400, ну, надо 14500. Ну, как бы это немного. 15000 это еще 11 звезд. Поэтому как бы терпимо. Но, как видим, друзья, не так все просто. 14400, ну вот почти, но нет. И опять 14400, 14580, ну навряд ли. У него, кстати, бонус от лицензии даже на мифа. 14200, ну это не то. Пятая приманочка, конечно, друзья, слаба. Ну, придется у меня немножко тут подраскошелиться усилителями, потому что я хочу попасть в топ-50. Это не так уж, друзья, и просто сделать, если честно. 15200, я надеюсь, на 14500 хватит. Ну, даже на 15000, отлично, хватило. Ну, наверное, хватит. Как видно, нет у меня ни шансов на вылов, ни часиков. Грузики сейчас уже вот-вот закончатся. Ну, хочется, конечно, занять хорошее место событий. Давненько я на своем основном аккаунте не занимал каких-то призовых мест хороших. В основном на твинках играл. А сейчас и наоборот. Я, друзья, что-то с твинками подзавязал. Что-то поднадоели мне эти все твинки. Сейчас в основном опор делаю на основной аккаунт. Хочу подпрокачать немножко основной аккаунт. Так, четвертый подряд. И у меня еще остался тут. Так, надо... Таймин 15000. Давай попробую еще таймин взять. Заодно закрыть пятый подряд. 15348. Это у нас 11, 12 звезд. 14200, 13, 14700. 14700. 11, ну что-то пока никак. 11, 12, 12, 14, 14900, нет, мало. 14300, 13, 15, 14700, нет, не хватило. 14800. Не хватает немножко, не дотягивает. 15600, ну вот, может, даже 12-е может. 15000, отличненько, да. Закрыл, и байкальский осетр опять. Тут 14500 требует, тут 15200, вот, хорошо, ну давай, попадись. Есть. 14600. Отлично. Шикарно. Так, ну, вроде как бы и пятый подряд закрыл, и тайменя закрыл 15, и осетра закрыл 14500.
Сейчас что-нибудь более-менее должна, друзья, прорисоваться картина. Уже по месту в рейтинге. Буду надеяться, что неплохое. Ну, как говорится, хотеть не вредно. Сейчас посмотрим. Хотеть всегда не вредно. Ну, старался, друзья, как мог. Там единственная загвоздка у меня может быть по первому дню. По большому барьерному рифу. По вылову лучший результат за вылов обычный. Там у меня, конечно, 12 звездочных я выловил. 2600 с чем-то. Но лучший мой результат 2800 с чем-то. Ну, то есть там 150 очков буквально. Но когда будет дело идти о уже последних местах призовых, вот эти 150 очков, конечно, они сыграют большую роль. Так, 119 тысяч, да. Само собой, платиновую награду я, обсидиановую награду, конечно, я забрал. И самое, что мне больше нравится в этой награде, это, конечно, монеты. 150 тысяч монет. Большой пакет, ну это такое, понятно. Монет у меня, конечно, категорически не хватало. Их всегда не будет хватать. Что мы тут имеем? Ну, давай буду брать то, что побольше. Уже ближе к четвертому. На реку Меконг. Так, золотой пакет удочек. Хорошо, пропустим. И большой пакет. Монет 26 тысяч. Тоже хорошо. Может, что-нибудь интересное попадет. Река Кенай. Лохнес, Ирландия, Мадагаскар. Вот, Мадагаскар хорошо. Я вообще слабо прокачан. Когда была локация Мадагаскар, я не участвовал вообще в этом событии, поэтому. Вот, Гималай уже теперь будет шестой. Вот, и индийский Багарий. У меня только второго уровня. Так, и золотой пакет жетонов. Река Кенай, Большой Барины и озеро Бива. Хорошо. Так, начался вызов. Байкальский осетр. Я только-только выловил хороший экземпляр. Ну ладно. Вот. Место в событии 42. А события, на секундочку, друзья, заканчиваются через 4 часа. Ну, то есть вот-вот-вот уже конец события. Место в событии 42. 119 тысяч у меня есть. 124 первые места. Понятно. Что я еще тут я могу, друзья, придумать? Погаваем, конечно, тут уже все закрыто. Тут только 12-звездочную мифическую. Ну, блин. Тяжело. Так, по поединкам, вот здесь все по 12-м, по 11-м все позакрывал. Давай тут байкальский осетр с обеими рыбами надо закрыть. 1000 очков дадут. Попробую закрыть. Ну, в топ-50, я так понял, попасть вероятность у меня есть, конечно. Ну, посмотрим. 12-звездочник, конечно, я выловил немедленно в этом на событии. Но еще осталось подловить. На не Галапагоса, скажу, я скажу, как эта локация на Гавайях. 12-звездочного мифа еще потянуть. Это, конечно, проблемка, друзья, если честно. Так как усилителей у меня нет. А 200, 700. А мифа потянуть как-то надо.
Его надо не просто потянуть, а потянуть, чтобы действовал бонус от лицензии. А это нужно сделать либо в поединке. Либо, чтобы на него был либо чемпионат, либо вызов. Давай тут мне надо его немножко подвинуть. Без шанса на вылов, конечно, легендарку ловить — это жестко, друзья. Жестче некуда. Крайне редко попадается легендарка, это само собой. Но я боюсь, что он сейчас сдастся, и я просто выиграю поединок. А мне надо с обеими рыбами. 10-300. Слабенькая, конечно, но тем не менее. Да, он сдался. Все, с обеими рыбами я закрыл. И грузики у меня закончились. Так, что у нас тут? Место событий 38. Уже поинтереснее. Так, что у меня тут еще осталось? Белорыбица. Ну, это вообще легкотня. Я сейчас там посидела даже на мультикрючке. Попробую закрыть 15-400, 12-звездочную. Ну да, друзья, у меня на миф, а удочка 7. Поэтому без проблем 12-звездочную я выловил. На Гавайях немножко другая история у меня, друзья. Нужно как-то попробовать 12-звездочную выудить. Я все 12-звездочные позакрывал, которые только можно. Редкие. Мифические на Байкале. Редкую, кстати, на Гавайях. Мифическую на Байкале. А на Гавайях мифическую 12-звездочную так я и не взял. Хотелось бы, конечно, сейчас ее вытянуть. И тем самым, конечно, попасть топ-20 уже. Ну, это только мне так, конечно, хочется, но зрители, конечно, я уже слил, закончились. На счастье, есть у меня немножко жемчуга, которого мне очень-очень-очень, друзья, жалко тратить на бесполезные грузики. Но придется это делать, потому что хочу попасть в хорошее место, в топ. Да, награды, конечно, там смешные будут. Так, хорошо, поединок этот я выиграл. 120 000. Место в событии 32. Так, и у нас здесь вызов на байкальского. Ну, байкальский сюда мне не нужен. Мне нужен. Так, и даже если я сейчас выловлю, посмотрим, что у меня получится. Если сейчас 19-звездочную потяну на Гавайях, 2500 очков дадут, да? Давай посмотрим. У меня 120. Ух ты! Будет 122, 123, 300. Ой, так я даже в топ-20 не попаду. Даже если 12 звезд потяну. Где-то 24-23 место будет, друзья. Но того не стоит. По наградам топ-50 я захожу. Ну, за топ-50 я получу пропуск финалиста еще один. Их нужно в этот раз 3. Один у меня есть. 5-звездочная удочка. Большой пакет. И 2 пакета на легендарную, на выбор. Наверное, да, друзья, на топ-50 я остановлюсь. 32 место, да, больше у меня же не переплюнуть. Ну,
топ-50 я зайду. Я не буду пытаться сейчас выловить 12-звездочную на Гавайи, потому что в любом случае, даже если я выловлю, но в топ-20 я не попаду. Так в топ-50 я и останусь. Чемпионат, кстати, первое место я держу. 60 616. Ну, буду надеяться, что таки останется. А здесь у меня чемпионат 34 37 38 39. Тунец. Ой-ой-ой-ой. Не хочу прокачивать. Нет. Первое место здесь займу и хорошо. И там пропуск финалиста получу. В принципе, 3 пропуска финалиста у меня будет на рыбацкий финал мастера Меконга. Один пропуск финалиста, но есть еще 2. Ну, это без проблем. Я не думаю, что на это стоит сливать усилители. Я почему-то думал, что если выловлю 12-звездочную, то попаду хотя бы в топ-10. Нет, в топ-10, чтобы попасть, тут надо очень-очень много. И как у них так вышло, настолько много получить очков, не понимаю просто. У меня тоже все закрыто полностью. Но единственное, что лучший результат за вылов, тут 15 400, у меня 12 звезд. Ну, скорее всего, вот, там ребята потянули больше 16, по 13 звезд. Тогда да. Скорее всего, так и было, потому что по-другому, друзья, никак. Ну, в общем, топ-50, так топ-50. Не страшно. И то хорошо. И на том спасибо. В общем, кому понравилось видео, ставим лайк. Кто мне не подписан, подписываемся, конечно, друзья. Ну и если вы тоже участвовали в этом событии, отпишитесь. Кто у какого места в событии, мне тоже интересно. Не один ли я такой, который в топ-50 и выше никак. Ну, никак просто. Там 13 звезд ловить нужно. А для этого, конечно, мы еще слишком-слишком малы. Нам еще качаться и качаться. Ну, в общем, друзья, всем не хвоста. Остаемся на связи. Подписываемся, кто не подписывался. Ну и всем не хвоста, не чешуи. И удачной рыбалки. В общем, хорошего отдыха, удачной рыбалки. Всем пока.